В этом году, 16 августа, состоялось торжественное освящение и открытие для прихожан восстановленного Спасо-Преображенского собора Невьянска. К сожалению, история не пощадила уникальные сооружения. В 30-40-е годы 20 века храм был практически полностью разрушен. В советский период в бывшем здании собора располагался цех готовой продукции ракет и снарядов. Храм восстановили к 300-летию Невьянска согласно указу губернатора Свердловской области на средства промышленных компаний «Урала». Выставка «Символ веры» приурочена к 20-летию со дня открытия восстановленного собора. Она знакомит гостей с историей старинного храма, в которой, как в летописи, запечатлены торжественные и трудные годы православия в Невьянске. Выставка располагается в самом соборе. Увидеть ее можно до 14 апреля 2024 года. График работы ежедневно с 9:00 до 19:00. Адрес: город Невьянск, сквер Демидовых, телефоны для справок плюс 7-906-811-67-64.